Кредиты, финансовый фундамент бизнеса, выгодные условия, доступные продукты, минимум документов. Банк ВТБ-24 открыт для сотрудничества с представителями бизнеса. О том, какие программы кредитования существуют в банке ВТБ-24, узнаете из нашего сюжета. ВТБ-24 предлагает свои услуги малым и средним предпринимателям. Кредитный портфель – это объем кредитов, который мы выдали предпринимателям, составляет 1 000 000 000 000 рублей. И если проанализировать портфель, более 95% кредитов выданы по программе «Коммерсант». И 1500 индивидуальных предпринимателей оценили преимущество этой программы. Программа «Коммерсант» – это беззалоговый кредит до 2 миллионов рублей на срок до 5 лет. Гибкий портфель документов. С 2011 года по этой программе получили кредиты более 1500 предпринимателей. В их числе и фабрика детской одежды «Славита». Благодаря кредиту компания модернизировала производство. Теперь радует маленьких клиентов стильной и качественной одеждой. Мне очень нравится сотрудничать с этим банком, так как там существуют очень четкие определенные программы с небольшими процентными ставками. Очень быстро рассматриваются все заявки по кредитам. Нам необходимо закупать как можно больше нового технологического оборудования, вышивальные машины, также автомобильный транспорт, который обеспечивает наши покупатели магазины товарами. Новинка этого месяца – кредитный продукт «Бизнес-экспресс». ВТБ-24 выдают суммы до 4 миллионов. Под залог и без залога. Комплект документов у нас минимальный абсолютно. Там ИНН, УГРН, паспорт, декларация. Срок кредитования по «Бизнес-экспрессу» достигает до 7 лет. Залог тоже можно будет оформить. Недвижимость, автотранспорт, оборудование, товары в обороте – это по желанию клиента. С 1 мая продуктом «Бизнес-экспресс» захотели воспользоваться уже 10 предпринимателей. Сумма предполагаемых кредитов – 18 миллионов рублей. Благодаря выгодным кредитам клиенты получают не только прибыль, но и удовольствие от своего бизнеса. Ирина Шашкова, Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, телеканал «7».